электрический купеобразный кроссовер «Аватар 11», первая серийная модель компании «Аватар Technology», созданный осенью 2021 года «Чанган», «Хуавей» и «Кэтл». Рыночные продажи новинки уже стартовали. Новый автомобиль позиционируется как чистый электрический внедорожник среднего и большого размера, оснащенный двухмоторной системой Huawei. В основе «Аватар 11» лежит модульная платформа CHN собственной разработки, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, задняя – многорычажная. Дисковые тормоза с четырехпоршневыми суппортами поставляет Brembo. Габаритная длина электромобиля – 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2970 мм. Стоит отметить, что «Аватар 11» построена глобальным дизайнерским центром в Мюнхене, Германия. Главный дизайнер – Надюр из BMW Group и принимал активное участие в разработке таких моделей, как BMW 7 серии, BMW 6 серии, концепт-кар BMW iNext, родстер BMW W8 и так далее. Это передовое и уникальное видение также было применено к общему дизайну автомобиля. Подписывайтесь, ставьте лайк. Поехали дальше. Салон полностью оцифрован, никаких физических кнопок. На многоярусной передней панели три дисплея, диагональ основного дисплея составляет 15,6 дюйма, мультимедийная система работает под управлением операционной системы HarmonyOS от Huawei. Что касается панели приборов и экрана пассажира, то они имеют диагональ по 10,25 дюйма и динамик в центральной части. Также предусмотрено несколько площадок для бесконтактной зарядки гаджетов. В новом автомобиле предусмотрена 4-местная и 5-местная компоновка сидений. 4-местная версия может быть оборудована задними многофункциональными массажными сиденьями. Сиденья не только просторные и удобные, но и имеют функции подогрева и массажа, чтобы пассажиры чувствовали себя более комфортно. В новом автомобиле используется сегментированный панорамный люк на крыше, а конструкция имеет ультраузкую конструкцию передней и средней балки, что значительно оптимизирует обзор в переднем ряду и пространство над головой, а также обеспечивает превосходное ощущение визуальной прозрачности. Кроме того, новый автомобиль оснащен 14 динамиками и 12-канальным внешним усилителем, настроенным профессиональной командой, что обеспечивает передовые акустические возможности для каждого сиденья. Технологии активного шумоподавления от дороги. При расчете датчика вибрации и микрофона в режиме реального времени он активно снижает дорожный шум в автомобиле и создает тихую внутреннюю среду. Кроме того, новый автомобиль также будет оснащен умной системой ароматизации с тремя ароматами. Интеллектуальные функции. Интеллектуальное голосовое взаимодействие, распознавание эмоций, управление жестами, мониторинг усталости, восприятие салона вне автомобиля, беспроводная зарядка мобильного телефона. Ультрафиолетовая стерилизация и другие функции интеллектуального распознавания салона, стандартная связь 5G, совместное использование точки доступа Wi-Fi, функции связи Bluetooth-соединения. Панорамное изображение 360 градусов HD. Запись вождения, режим охраны и другие функции восприятия, стандартный ключ Bluetooth для мобильного телефона. Карточный ключ NFC поддерживает функцию NFC для мобильного телефона Huawei, интеллектуальные приветственные огни и другие интеллектуальные датчики. Роскошная версия оснащена интеллектуальными индукционными дверями с электроприводом. Автомобиль получил два электродвигателя мощностью 265 и 313 лошадиных сил с общим крутящим моментом 650 ньютон-метров. Разгон «Аватар» 11 от 0 до 100 км в час занимает менее 4 секунды. Что касается максимальной скорости, то она ограничена на отметке 200 км в час. Аккумулятор базовой версии имеет емкость 90 кВт-часов и рассчитан на 555 км. Что касается топовой комплектации, то у нее аккумулятор на 116 кВт-часов, которого хватает на 680 км.
Аватар 11 также поддерживает зарядку мощностью 240 кВт. В результате он может зарядиться на 200 км пробега за 10 минут. Цена автомобиля на китайском рынке начинается от 51 800, а максимальная комплектация стартует от 88 800 долларов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорой встречи!